Многие из тех, кто интересуется заборкой ПК, хотя бы раз задумывались о оплетке кабелей блока питания. Опрятный кабель-менеджмент, приятный внешний вид и полная индивидуальность. Звучит очень заманчиво, а выглядит на самом деле еще лучше. Но в основном желание оплести провода быстро уходит, когда начинаешь прикидывать, что тебе необходимо для этого, сколько это все стоит, сколько времени тебе на это потребуется. А потом такой сидишь и думаешь, ну работает и так, и вроде даже красиво провода уложены, аккуратно. Аккуратненько все, сойдет. Ладно, и так сойдет. Так вот, это как раз та видеоинструкция, как оплести провода БП дешево и сердито, чтобы все было опрятно, красиво и самое главное недорого. И в то же время не сильно запарно. Начнем с того, что пригодится нам для оплетки проводов. Самый главный расходник – сама оплетка. В идеале используй специальную синтетическую оплетку для проводов. Однако она и стоит на порядок дороже. И где ее купить в свободном доступе, я не знаю. Если ты знаешь, поделись этим в комментарии, будет полезно узнать, где ее можно купить. Вариант заказать оплетку на Алиэкспрессе отпадает сразу, так как ждать, пока она придет, это время, что уже как бы не подходит под концепцию быстро, на коленке и из говна и палок сделать красиво. Мы будем использовать для этого паракорд, благо и достать его не проблема, продается во всех швейных магазинах и магазинах с альпинистской атрибутикой. Да и стоит он значительно дешевле, в моем городе 1 метр паракорда диаметром в 3 мм обойдется в 7 рублей, диаметром в 4 мм около 13-15 рублей. И вот тут возникает вопрос. Какого диаметра брать паракорд? Идеальным вариантом будет 3 мм, обычно он дешевле и сидит плотнее на кабелях. Однако человеку, которого я брал паракорд, было влом его отмерять. Поэтому он достался мне по цене в 300 рублей примерно за 40 метров, и этот паракорд с диаметром 4 мм. Далее нам потребуется термоусадочная трубка. Купить ее можно в любом магазине электроники. 1 метра нам хватит, но про запас можно прикупить сразу 2 на будущее, благо стоит она 15 рублей за метр. Я использовал усадку с диаметром в 5 мм, но в процессе ее использования пришел к тому, что идеально подойдет 4-мм термоусадка. С ней все будет сидеть плотнее, и вставлять кабель спином в каретку будет куда проще. Следующим на очереди будет непосредственно сам кабель питания, который мы будем оплетать. В том случае, если у вас модульный или по крайней мере полумодульный БП, тут все просто, отстегиваем необходимые кабели и работаем с ними. Но если вы решили дешево и сердито оплести кабель блока питания, высока вероятность того, что на руках у вас полностью не модульный блок. И раз уж это гайд из рубрики «на коленке» без лишней заморочки, хотя стоит отметить, что сама по себе идея оплести кабель та еще заморочка, то мы не будем разбирать блок питания. Оплетаем лишь видимую часть кабелей, что нам также позволит сэкономить на паракорде, или же ведем паракорд практически под корень провода, не разбирая БП. Следующее, что нам потребуется, зажигалка для термоусадки и скобы от степлера. Их мы будем использовать в качестве пин-экстрактора. Также нам необходима изолента. Но можно использовать любой другой ее аналог, малярный скотч или обычный скотч. Из вспомогательных инструментов понадобятся ножницы для того, чтобы нарезать термоусадку. Ну, думаю, они есть у всех. И канцелярский зажим для бумаги, для удобства оплетения, хотя можно обойтись и без него. Процесс оплетения. Отделяем две скобы для вынимания пинов, нам этого достаточно. Хотя стоит сразу подготовить несколько пар скоб, так как нередко они будут вылетать в процессе изъятия кабелей. Выпрямляем одну сторону скобы, чтобы получить примерно так. Располагаем таким образом две скобы в коннекторе, тем самым зажимая металлические усики, фиксирующие пин, после чего тянем сам провод, прилагая некоторые усилия. То же самое проделываем с обратной стороны, в случае если вы оплетаете кабель отдельно от блока питания. Для того, чтобы во время продевания провода в паракорд пин не цеплял нашу оплетку, заклеиваем его изолентой. Для этого можно использовать малярный скотч или же обычный скотч, тут без разницы. Отмеряем длину кабеля и отрезаем паракорд чуть меньше длины самого провода. Так как паракорд имеет свойство растягиваться, мы будем его слегка натягивать, чтобы все сидело плотно и красиво. Достаем содержимое нашей оплетки, это нам больше не потребуется. Аккуратно продеваем провод через паракорд. Усики пина мы специально заклеивали изолентой, чтобы в этот момент она не цепляла паракорд. Примерно такими действиями натягиваем паракорд на наш кабель, после чего обязательно не забываем снять изоленту. Следующим шагом мы надеваем поверх оплетки термоусадку длиной в 1
сантиметр, так, чтобы примерно пол сантиметра оказалось на паракорде, а оставшаяся часть слегка заходила на металлическое основание пина. Советую заранее нарезать термоусадку длиной в 1 сантиметр, чтобы постоянно на это не отвлекаться в процессе оплетки. Фиксируем оплетку вместе с проводом канцелярским зажимом, чтобы ничего не съезжало, пока мы прогреваем термоусадку. Прогреваем термоусадку со всех сторон. Все, мы оплели первый кабель, теперь возвращаем его в коннектор. Также, если у вас завалялся старый БП, советую для начала немного потренироваться на нем, так вы наработаете навык, после чего будет намного проще оплетать свой актуальный блок питания, да и результат будет намного опрятнее. Теперь осталось дело за малым, оплести оставшиеся 13 проводов питания видеокарты, 24 кабеля питания материнской платы и 8 пин питания процессора. Ерунда. Но в рамках этого видоса я показываю весь процесс на примере лишь кабеля питания видеокарты, так как с питанием материнской платы и процессора все то же самое. Мы просто повторяем все действия снова. Снова и снова. Надо просто запастись терпением, свободным временем и желанием. По итогу мы получаем вот такой красивый кабель питания видеокарты, оплетенный собственными силами при помощи паракорда. К нему еще добавить пару пластиковых гребней с Алиэкспресс, и внешний вид ничем не будет уступать вариантам от именитых компаний, занимающихся моддинг проектами ПК. В способе оплетки паракордом, в отличие от нейлона, есть даже преимущество. Паракорд более плотный и абсолютно не просвечивает, в отличие от нейлона, что позволяет использовать его с проводами любого цвета. По стоимости оплести кабель питания видеокарты 16 пин обойдется вам меньше 150 рублей с учетом 15-16 метров паракорда, чего будет даже с запасом хватать, и 2 метров термоусадки. Да, кто-то скажет, что можно просто купить провода удлинителя, уже оплетенные, и не париться с оплеткой, но они стоить будут значительно дороже. Да и не стоит забывать, эта инструкция тире-гайд, как сделать все дешево и сердито, причем качественно и ничуть не хуже людей, профессионально занимающихся моддингом систем. За всем все, если видео понравилось, поставь лайк и подпишись на канал, если нет, напиши комментарий, на что стоит обратить внимание. Всем удачи, всем пока.